Толстой. Репортаж. Колеблет в детской шалости толпа его треножник, но создает из малости шедевр большой художник. С понедельника по субботу, воскресенье беру работу, перечитываю с удивлением сочинение по воскресеньям. Опять скрипит потертое перо и бередит сюжет его роману. Куда, скажите, графа понесло? Ужель ему покой не по карману? Я, граф, хочу, стою босой, а не хочу, хожу с косой. Давайте, чтоб кобылку загребу, чтоб убедиться, что еще могу.